На месте цветочной палитры в Ореховой роще набирает сил цветочный фонтан. По плану музыкальный с подсветкой. Такой же построили к Олимпиаде в Сочи в Эмеретинской долине. Цель того фонтана была в Эмеретинке – это притянуть удачу, победу сборной России на Олимпиаде. Удивление нашим. В очередной раз получилось. Идея, заложенная при строительстве фонтана в Анапе, привлечь больше отдыхающих и чтобы после отдыха летом гости возвращались в наш город. Фонтан спроектирован в виде цветка диаметром 8 метров, с выступающими округлыми 10 лепестками, 6 вертикально бьющими струями воды и по кругу дополнительные фонтанчики. Авторы проекта строительства называют цвет будущего фонтана анапским. Облицовка будет цвета золотистого песка.